Всем привет! И я снимаю мини-поход в магазин. Ну, он так и называется, это будет короткое видео, хотя я точно не знаю. Ладно, давайте начинать. Та-дам! Та-дам! Доченьки, мы пришли в магазин. А, в этом, в котором мы купили себе игрушки. Да. Да, мы опять в него пришли. О, Луна. Мам, можно ее купить? Нет, в прошлый раз мы тебе Селестию покупали тут. Да, Селестию, я помню. Луна, можно я тут, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Никаких ПЖ-МЖ. Так, мы пришли за одной вещью. Во-первых, мы пришли мне за папкой. Все, пойдемте на кассу, девочки. Мам, ну пожалуйста, купи нам что-нибудь, да, хотя бы вот сюрприз. Дучки, сколько мы разговорить? Можно пакетик? Конечно. Я прихожу сюда только за важными вещами, ясно? За едой, например, и вот папочкой этой. Еда, мам, почему ты вечно еду покупаешь? Потому что еда это важная, не то что ваша всякая ерунда. Пони всякие, фу. Не могу даже это слышать. Слово пони. Ну, мам, можно мне хотя бы пони? Кристина, ты вообще с ума, что ли, сошла? Ты хотя бы понимаешь, что тебе уже 16 лет? Ты понимаешь это? Ну, да. Ты, мне кажется, вот ты это не понимаешь. Тебе уже 16 лет, а ты каких-то там хочешь пони себе. Скажи, это мне нормально? Нормально это? А вот я тоже бы хотела. Так, нет и нет, идем на кассу. Вы поняли? Ну, мам, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, ладно, тебе всего одна пони. Бери себе одну. Ура, ура. Пойду где-то спрятаю. Вот сюда вот положу. Чтобы она не заметила. Я хочу себе упросить. Так, ну что ты там делала? Да просто так уходила, уходила, уходила. Так, доченьки, я вас жду еще 5 минут. Ясно, пока что-нибудь посмотрю. А потом сразу идем. Хорошо, мама. Кого бы мне выбрать? Надеюсь, она моего не заметит. Так. О! Пони с одеждой, да и с крокодильчиком. Идеальный вариант. Фу. Хорошо, что она не заметила мою Луну, потому что я ее маму обязательно выпрошу. Ну что ты там орешь, а? Про себя уже на весь магазин. Да просто так. Ты-дю-дю. Так. Что бы мне взять? Кого бы взять? Ой, поньки все свалились. Ай, ой. Так. Доченька, я тебе разрешаю 2 взять. Хорошо. А? Что это там за дырка? Подождите. Луна! Подожди, это моя Луна! Почему это твоя? У тебя не было никогда Луны своей. Я ее себе беру. Мама сказала брать любую пони. Ясно? Я ее у мамы сейчас выброшу. Ясно? Это тебе. Ой, нет, это моя. Ха-ха. Ха-ха. Не выбросишь, не выбросишь. А-а-а, мама! Ну что ты орешь, а? Что ты орешь-то, а? Я что-то не понимаю. Ну что ты вечно орешь, а? Да. Мне уже нервов не хватает на тебя. Чё ты орешь? Купи мне пони, мама, купи пони. Не куплю я тебе пони. Все, пошли. Так, пошли. Я тебе не куплю ни одной пони. Что я подключу?
Ну, мама, ну пожалуйста, почему ты вот сестре ты покупаешь пони, а мне нет? У нее одна пони, а у тебя их... Да у тебя их два шкафа! Два больших шкафа! Ты это понимаешь хотя бы? А мне нужно пополнить коллекцию. Я тебе сейчас такую пополню коллекцию! На всю жизнь запомнишь! Сколько тебе раз говорит, нельзя тебе покупать пони, потому что их вечно не играешь в них, а просто в шкафу держишь. Лучше бы играла, вот, если бы играла бы и хорошо бы себя вела, то я тебе бы купила. Все, доченька, ты выбрала? Да, мама. Идем на кассу. Все. На кассу и точка. Все. Все, идем, идем. Ай, идем. То есть это уже в мини-очередь. Побежали быстрее, пока не заняли больше. Теперь мы третьи, девочки. Радуйтесь. Мам, да не куплю я тебе же пони. Мама. Нет, ты мне купишь пони. Да не куплю я тебе пони. Да вот два шкафа у тебя их. Знаешь, мне кажется, скоро будет вся квартира в пони этих. Я и так везде вижу. У тебя на одежде пони нарисованы. Все у тебя в этих пони. Хорошо, что ты еще лошадь, пони. Ой, короче, хорошо, что ты еще вагон этих, да поезд целый их не привезла. А может, и привезу? Ты что, ненормальная? Я тебе сейчас психушку сдам. Правда. Вот ладно, я тебе разрешаю взять пони. Ай, блин, падает. Вот такой вот пони. Но это не My Little Pony. Ой. Так. Пожалуйста, не играйте с товаром. С товарами. Простите, пожалуйста. Теперь вот ты иди доставляй все. Не буду, не буду. Вы расстаетесь, хорошо? Да. Все, последний раз тебе предлагаю взять вот эту пони. Возьмешь? Смотри, какая хорошая пони. Я такую раньше покупала. Да не возьму я эту пони! Не балуйте с товаром, господи, вы это не понимаете? Да купите вы своей дочери уже пони! Я королева, и мне решать! Конечно, ваше величество. Все, доча, вставай в очередь. Все. Доченька, вставай сюда. Хорошо, мама. Так, пробейте мне, пожалуйста, вот это. Ага, бздык. С вас всего 500, 300. Подождите. Спасибо за покупку. Заходите к нам. Все, вам спасибо. До свидания. Пробейте мне, пожалуйста, вот это вот. Хорошо. Здесь. Так, с вас всего 20 рублей. Вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Мне, пожалуйста, пробить вот это вот. Это и это. Ну, мама, купи мне... Ну, мама, купи мне пони! Мама, купи мне пони! Нет, нет и нет. У меня денег не хватает на твои пони. Сестре, ты это еще ладно, она ты хотя бы раз в год покупает. Нет, нет и нет! Вы с вами все в порядке? Да, в порядке все со мной. А вот с ней не в порядке. Да купите вы своей дочери пони. Я королева, я решаю. Не берешь ты ни одной пони. Я их все возьму сейчас. Вот это все мое, все. Я уже не знаю, мама. Ты мне целый месяц их не покупала. Целый месяц обещал купить на следующей неделе. Говоришь, на следующей месяц неделю, ой, неделю я куплю. Ничего себе разница. Что вы сказали? Ничего. Так,
Расставь все пони. Простите, вы расставите их, конечно. Расставь все эти пони. Вот эту я тебе разрешаю взять. Да не хочу я ее! Не балуйте с товаром, простите. Так нельзя так делать. Так нельзя себя вести в магазине, дочка! Ну, мама, купи ее. Купите пони мне, купи. Нет, нет и нет. Все, давай, вставай. Шибенько, вставай. Проснись и пой, давай, вставай. Так, пробейте нам это быстро все, пожалуйста. Хорошо, бздык. Все, вот это вот пробить. Давайте быстрее. Бздык. Так, а мы вот эту, надеюсь, штучку пробивать. Да, бздык. И понять, что быстрее, бздык. С вас вот еще, держите быстрее. Так, разложите мне это все, конечно, ваше величество. А быстрее, я хочу уже отсюда уйти, чтобы меня дочка не замучила. Простите, пожалуйста. Все упало опять. Мама, я подниму. Молодец. Все, быстрее уходи, уходи. С пони уходи своей. А я с ней поговорю здесь. Может, мы еще тут побудем? Хорошо, да, скоро магазин закрывается. Хорошо. Мама, купи мне пони. Купи мне пони. Доча, последний раз говорю, я тебе куплю. А то сейчас как получишь у меня... Я тебе сейчас такую пони устрою, ну ты еще больше не захочешь их покупать. Вот ты-то влипла. Ладно, постараюсь вежливо. Мамочка, пожалуйста, купи мне пони. Кошмар. Нет, дочь, нет, нет. Мама. Нет, пожалуйста, умоляю я тебя. Доча, ты что не... Ой, растяжь камеру, уже с ног свалила. Доча, ты не понимаешь? Нет. Пожалуйста, я тебе верну денег сколько хочешь. Мне их 5000, помнишь, папа давал? Бери только из сюрприза, она 30 рублей стоит. Ура! Ну хотя бы сюрприз. О, наказание какое. О, надо было их к бабушке отвезти. А вот пони здесь есть. Все. Пойдем, мама. Пойдем. Потащите меня кто-нибудь уже. Ой. О, пробейте нам, пожалуйста, еще вот это. Ага, бздык. Сострить себе, вот держите, все, пошли. Хотя бы посмотрим, что тебе там попалось. Дай-ка. Это же я попалась. Ура, у меня как раз такой не было фигурки. Ура. Ты довольна, надеюсь? Конечно, мама, это же супер. Кэпони. Так. Зачем я пошла в этот магазин? Да лучше б я дома осталась, господи. Сколько денег потратила, не знаю уже. И всем пока, это был проект «Мама, купи мне пони». Он был сногсшибательный в прямом смысле. Всем пока.